Выйти из карабахского тупика будет сложно, в интервью «Москва», «Баку», сказал известный российский политолог Игорь Короченко. Президент Азербайджана совершенно четко и логически выверено изложил свою позицию, привел совершенно четкие доводы. Пашинян же снова занялся, мягко говоря, демагогией, использовал Мюнхенскую конференцию по безопасности для очередного самопиара и пускания пыли в глаза. Ильхам Алиев снова проявил себя, как искусный дипломат и оратор. Это неудивительно, ведь президент Азербайджана получил образование в МГИМО, который признан всеми, как один из ведущих мировых центров подготовки дипломатов. Президент Азербайджана обладает блестящими знаниями в международной дипломатии, знаниями современной истории, владеет четкой системой аргументации. Ильхам Алиев – это интеллект, языковые знания. Это так. Эти знания он в совершенстве оттачивал, и благодаря этому, уже много лет с успехом возглавляет Азербайджан. С другой стороны, Пашинян, мы видим человека, который сделал карьеру на улице в виде оппозиционера, который сидел, а теперь заводит уголовные дела против тех, кто его сажал. То есть Алиев выглядит на несколько голов выше Пашиняна. И он просто заводит армянского премьера, в ходе дискуссии, в тупик, смял его. Здесь очевидно, на чьей стороне симпатии аудитории Мюнхенской конференции, отметил российский эксперт. We came here to tell the truth. And what I said in my introductory remarks is 100% truth, which Nagorno-Karabakh is part of Azerbaijan. The question, if Nagorno-Karabakh is an ancient Armenian territory, why doesn't it have the ancient Armenian name for the capital? Because the ancient name for the capital is Khan Kandi, the village of the Khan. And the Stepanakert, because Shaumian's name was Stepan, Kert means city, is that right, in Armenia? Stepanakert was named in the name of that Bolshevik. So that once again proves that there was no Armenian historical legacy on those territories. Caucasian Bureau decided to Karabakh to be a part of Azerbaijan, Armenia, I'm sorry.